что никого не слушайте, даже меня, что ищите свой путь. Потому что мы все очень индивидуальны. И одному нужно одно, другому другое. Но как понять, что тебе нужно, никто тебе не укажет. Ни гадалки, никто. То есть пока ты сам не начнешь вот включать такую чуйку. Но самое для меня вот, как бы, вот этот посыл – это медитация дзадзен. Когда ты просиживаешь все свои состояния. Это самое, наверное, мощное средство, потому что сидишь, ни хрена не делаешь. И вот в этом ни хрена начинает выкристаллизовываться то, что должно происходить. Но оно выкристаллизовывается так очень деликатно, аккуратно, потому что вот тут как раз включается даже не то, что интуиция, а как бы еще до интуиции. Потому что там ты можешь убрать ум, который тебя постоянно, то, что имеет через нижнюю чакру, да? Ты сидишь, он тебя вытаскивает, ты сидишь. Он говорит, сколько сидеть можно? Давай, пошли, пойдем сексом лучше займемся. Ты сидишь, ты игнорируешь его. И в конце концов он слабнет, слабнет, слабнет. И на его месте как раз, пусто, святое место пусто не бывает, да? На его месте начинает возникать интуитивное озарение, куда тебе идти.